Причины загадочного исчезновения малайзийского Боинга над Индийским океаном 4 года назад неизвестны. Такой основной вывод доклада, который правительство страны представило родственникам пассажиров. В расследовании принимали участие 7 стран, среди них Австралия и Великобритания. По словам главного следователя, до сих пор остается тайной, почему на момент исчезновения самолет был не на автопилоте, а на ручном управлении. Напомню, рейс MH370 малайзийских авиалиний, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радара в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагают, что он развернулся в сторону Индийского океана, где, вероятно, упал. На борту находилось 239 человек.